Итак, народ, всем привет. Сегодня у нас попал на распаковочку телефончик Sony Xperia ZR какой-то там. В первый раз попадается. Ни разу еще не было у меня такого. Сейчас глянем, что у нас тут в коробочке творится. В коробочке у нас есть USB кабель, зарядка, наушники 3.5. Наушники вакуумные, кстати, вакуумные. Это хорошо. Так, сам телефон, мануал, ну и, собственно, все, больше ничего нет. Так, посмотрим на телефончик, что у нас здесь за чудо. Аппарат пришел. Вот такой вот у нас телефончик. Значок Соньки. Камера, вспышка, ну, все как обычно. Здесь микрофон, все дела, кнопочка включения-выключения, кнопочка под камеру отдельно. И, кстати, очень интересное расположение кнопок здесь. Как раз четко под палец. Водозащита имеется, вижу сразу по разъему. Это для зарядки через док-станцию вставляется так и заряжается. Так, сейчас мы попробуем запустить. Запустить. И не запускается. А почему? Сейчас глянем. Так. Ну вот, защита здесь такая, как видите. Не самая надежная, но хоть что-нибудь. А не запускается он, потому что тут... Вот такая вот штучка закрывает наш разъем. Вспышка заклеена. Прикольно. Так, это хорошо. Не будет на ней всяких царапин, прочей ерунды. Угу. Так, ну так все, вроде нормально. Закрываем. И пробуем запускать снова. Все плотненько. Так, хорошо. Запустился. Почувствовал я характерную вибрацию. Вот у нас логотип появился. Так, а насколько ж тут камера у нас? Сейчас глянем на коробке. Где тут инфо? Так, камера. У нас тут 13 мегапикселей, 4-ядерный процессор, тактовая частота 1,5 ГГц, 4,6 дюйма экран, IPS, кажется, или не IPS, а IP55-58, вот пыль и влагозащита, HD экран, не знаю, тут IPS или какой здесь стоит, P2 Mobile, Bravia Engine, Optic Contrast Panel. Так, о, ну, качество экрана, в принципе, неплохое. Уже так смотрю, четкость такая хорошая. Так, сейчас добавим яркость. Ну, шустенько так работает. Вот и шустенько дисплей. Brightness. О, вообще класс. Яркость здесь, конечно, хорошая. Вот так. У нас яркость. Работает шустенько. Очень даже, я бы сказал, 4-ядерный процессор. Что за процессор, конечно, тут не указано. Quad-core какой-то. На коробочке тоже не вижу. Ничего не написано. Вот, я так предполагаю, процессор здесь должен здесь стоять хороший. Поскольку работает все плавненько. Никаких подлагиваний, никаких подвисаний. Все отлично. Так, сейчас мы выставим русский язык. Sound up language and input. Так, русский язык. Здесь есть. И мы его сейчас найдем. Так, русский. Вот. Даже украинский есть, что очень хорошо. Так. Вот, все, русский язык установлен. Угу.
Да, ну неплох телефон. Сейчас посмотрим еще камеру. Где она? Где же камера? А, камеру можно, по идее, включать кнопкой. Сейчас мы нажмем кнопочку. Вот. Да. Запускается с помощью кнопочки. Так, посмотрим, что у нас тут. Ничего так неплохо снимает. В принципе. Так, а как удалить? Отсюда, наверное, никак. Ну ладно. Сейчас тогда в галерею просто зайдем. И кнопок, кстати, сенсорных здесь нету. Здесь они на экране перенесены. В принципе, очень даже неплохо. О, тут еще есть. Внизу какая-то подсветочка периодически мигает. Кажется, что-то блеснуло. Вот, наверное, это еще и датчик уведомлений. 100%. Так, посмотрим, наверное, получше, как она фотографирует на этом объекте. Так, а то как-то на газетке там не очень видно. Так, а где же кнопочка? Вот она. Так, сейчас мы... Так, смотрим. Ну, такая мелкая зернистость есть, но в целом снимает неплохо. Тут еще как бы текст не особо четкий на коробке, поэтому не обращайте внимания, что здесь такая прям размытость. Это не камера, это текст такой. А вообще снимает неплохо, вот видно, ничего так, хорошо, вообще снимает неплохо, мне нравится. Ага, вот, подсвечивается таки, да, вот так вот, так, уведомление, да, прикольно сделано, конечно, так, удобный такой аппаратик. Все красиво, все хорошо. Пластик. Все это дело. Тут у нас имеется заглушечка для microUSB, которая закрывает наш порт. Сверху тоже для наушников заглушка стоит. Вот. Что, в принципе, правильно. Пыль туда не попадает и всякая ерунда. Правда, не знаю, насколько долго проживет эта заглушечка. Потому что есть вероятность, что она со временем накроется, если сильно часто пользоваться. Хотя, я думаю, если аккуратно, то, в принципе, проживет долго. Вот. Вот, с вами все. Такой вот у нас обзорчик данного телефона. Телефон мне понравился. По 12-бальной шкале я бы ему дал, ну, твердую десяточку. Хороший телефон. Все, всем спасибо, пока.